Рыбка, рыбка. Сейчас ставлю, быстренько ее обделаю. А, мне нужны эти лучок и морковку. Чуть-чуть припассеровать так вот на сковородочке, чтобы потом в рыбку добавить. Я сейчас ее приготовлю, почищу. В общем, ладно, потом покажу. Так, ребята, рыба. Я нашла вот такой противень, но я не знаю, наверное, будет маленький. Потому что я хочу туда наложить побольше овощей. Другой возьму. Так, сейчас мне надо лук. Вот видите, сколько лука будет. Две морковки. Лучок вот так. Лучок крупненько, четвертинками. Морковку потру на корейской терке. Такой вот. Так мне хочется, чтобы она такая длинненькая прям была. В общем, ребята, тороплюсь. У меня здесь... В общем, сегодня сумасшедший день у меня. Надо посолить рыбку. Вот так. Это у меня гнет. Там уже у меня помидорчики, наверное. Вот как-то так. Так, на дно морковку с луком. Ой, как пахнет. Лучок с морковкой прям. Это вот прям ополосну вот и сюда. Это вкусненько. Вот так. Так. Сюда рыбку. Хвостик не помещается. Мы его сейчас отрежем. И вот сюда приладим. Вот. Тоже, ну ладно. Все. Так. Сейчас сделаем такую намазку. Горчичка. Травками можно просто так посыпать потом. Маслица. Так вот.
Ребята, я не знаю. Я делаю как хочу. Что-то мне пришло так в голову вот. Посыплю травками. Вот. И запахло вниз этот петрушечку. Я не знаю, что я нагорожу. Вот так. Сельдерейчик. Зеленушка, в общем. Так, и помидорчики и перчики я не порезала. Так, вот этот перчик, он у меня что-то привял, ну сюда он пойдет. Так, чем-нибудь надо его водички, наверное, чуть-чуть. Не хочу ничего. Водички вот немножко на донышко, так вот, чтобы там не пригорело. Чуть-чуть, наверное, подсолю помидорчики и перчик, чтобы они были немножко вкусненькие, так вот, потому что будут безвкусные. Духовочку на градусов на 200, наверное, посмотрим, минут на 20 вперед. Все, ребята, с едой покончено. Сейчас вот это все убираю и немножко выдохну, передохну. Время 1:30, а я вот с утра с 9 как пчелка. У меня же не все приключения еще. Вот. Вот у меня еще треснула банка, там рассольчик уходит на выброс. Как-то так. Ладненько, все, я тут сейчас прошуршу, уберусь, вот. А там уже скоро и обед. Рыбку покажу, когда достану, покажу. Ой, сегодня лапочка крутится, вертится. Жарко тут у нас, да? Душно, а что не открыли? Надо открыть окно. А-а-а. Да ладно, сейчас открою. Ну иди открой. Лешику говорю, возьми, вот, чтобы хоть для разнообразия чего-то на улице поснимай. Это кухня. Да. Задолбала кухня. Да. Говорю, пойди поснимай там, что там у нас. Держи ровно камеру. А что там у нас? А ничего там у нас. Покажи, что ты
там делал, чем занимался? Ты же на улице была, а я дома. Катя. Ох уж эти женщины. Сделал я все. Сетку кошкам. А то я вчера за Варькой наблюдал. Она поймала мышь, играла. И потом раз его и туда отнесла. Под террасу. Может, Митяю, не знаю. Жёг сегодня репейники. Много нажёг. Там еще немножко осталось, но это на завтра. Ой, сколько здесь этих. Надо собрать ее опять в бочку. А то собаки прибегут и... О, хорошо, что я сюда пришел. А то забыл бы. Их легко собирать. Так, взял штучки три и потом тык-тык-тык-тык. Они сами приклеиваются. Не надо их вообще трогать. Тык-тык-тык-тык-тык-тык. Как эти, пластилиновые. Вон, 23 у нас, нормально. Малинка у нас, ребят, еще растет. Уже 2 дня собираю по утрам. Там еще много. Не распустившихся. О! Сенцы надо подсобирать. Вот что забыл. Думал, что же мне еще надо. Понемножку, может, и на зиму соберу. Вот у нас малинка какая. Вон кустики пошли. Вот тут пошли. Там я сорвал сегодня, вот тут пошли. Ну, пускай идут потихонечку. О, солнышко ушло. Сегодня парило, неплохо парило. Пойду-ка я соберу сено, пока время есть. Так кто знает, может, еще дождик натянет. Это такая погода. Что-то куда-то коты убежали. Убежали. Пойдем займемся, пока обеда нету. Он тоже уснул. Это не яблочки на ужин. Вчера с арбузиком поел. Такая вкуснятина. Детство вспомнил. А с конфеткой еще вкуснее. Вышла немножко на улицу. Пока рыбка там стоит, убралась. Пока рыбка стоит в духовке, я немножко передохну. Лёшик там, он занимается сеном. Сено там немножко надо сгрести. Надо же собирать сено курочкам на зиму. Вот понемножку, по чуть-чуть. Раньше, когда косили, было много сена, когда косой косили. А газонокосилка, она его перемалывает в труху почти. О. Вон он, Лёшик. Ну, так понемножку соберем. Ну, еще, может, разочек скосим. Ну, немножко есть. На разок курочкам поменять. Лешик! Эй! Так, завтра надо ехать на рынок.
Так, зачем нам надо? Ничего покупать не надо. А что же нам надо было завтра поехать, что-то решить, какой-то вопрос? Не помню. Поедем завтра на рынок. Покажу, какой завтра будет рынок. Вот. Прогуляемся. Ветерочек, ой, как дует приятно. Хотела арбузика съесть. Жарко, так хотелось пить. Но времени не было есть. Да и сейчас уже поздно. Сейчас уже поздно. Потом. Я говорю, коты натоптали. Потому что вот лезут. Куда? Вот песок, видишь? Вижу. Ходят по траве. Потом идут вот так сюда, в песок. И потом понесли сюда песок. Ну, так, что и ты тоже так ходишь. Это веранда. Идешь по траве, по мокрой, на песок. И пошел. И пошел вот сюда. А я же не буду ее каждый день мыть. А зачем? Это веранда. А зачем, да? Конечно. О, ну, мужчины, да. Мужчины. Да, да. 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 Ну что там, пошли обедать. Сейчас вот подмету. Давай. Подметай. Хочу, когда Юрик приедет, собрать ребят наших. На плов. Юрик приготовит плов. Вот, соберемся. Да, отметим новоселье, что ли. На веранде. Погодка хорошая. Вот, посидим. Так вот. Илюш, пойдем домой. Пойдем. Так что, ребята, готовьтесь. Будет плов. Вот, думала, выйду, посижу на терраске, отдохну. Вышла, там надо подмести. Подмести надо сделать щетку, потому что, ну, веником. А у меня старая щетка отвалилась, эта вот ручка. В общем, сделала. Сделала щетку, подмела. А, надо еще на веранде подмести. Надо. На веранде подмела. И вот так вот. Одно за другое. И все, вот уже все полтретьего. Рыбка, ну рыбка готова уже. Вот. А, может, надо было бы поставить ее поджариться. Сейчас поставлю. Ага. Сейчас поставлю. Сейчас пока будем быстренько готовить на стол. Она быстренько там подрумянится. Помидорчики подрумянятся вот так вот. А там сока столько. Вот такую вот я и хотела. Рыбку, чтоб без всяких там томатов, сметан, вот овощи только и рыбка. И вот немножко водички и в этом соку рыбном, овощном. Вкусно. Все, пошли готовить на стол обедать. Это мне на обед выделяют. Три корочки хлеба, да? Чтобы я не хотел. Так, что Леша греет себе там? Там уже, наверное, погрелась. Супчик вот такой вот. Уха. Вот такая у меня рыбка с овощами. Помидорчики. Хреновинку мы уже едим. Вот у Леши как гречка. С котлеткой. Салка с чесночком. По кусочку. Вот. В общем, такой вот обедик. Как-то так вот. Всем приятного аппетита. Что вы говорите? Да. Ладно, будем кушать.